Самый главный вопрос предстоящих праздников для мужчин – где приобрести заветный букет любимой жене, маме, дочке, а самое главное, чтобы цветы еще и долго радовали глаз. Как правильно хранить тюльпаны и розы, и как мужчины относятся к выбору цветов – материале наших корреспондентов. Самыми популярными цветами в преддверии Международного женского дня считаются весенние – тюльпаны, мимозы, хризантемы. Перед праздниками ассортимент в магазине «Мир цветов» значительно увеличивается. Продавцы спешно составляют букеты, ведь 8 марта только раз в году. В преддверии 8 марта, конечно, большую часть мужчины почему-то хотят тюльпаны дарить, потому что роза, хризантемы – это все, ну, каждодневное, скажем так. Сергей считает цветы незаменимым подарком к любому празднику. Поэтому для жены и дочери приехал выбирать букет в «Мир цветов» на Баумана 47А. Здесь очень качественные цветы, ни гнилья, ничего нет. Очень громадный выбор цветов, просто поражает. Вот. Многие цветы сам первый раз вижу, то есть все время что-то новинки какие-то. Чтобы увеличить жизнь букета, Сергей ставит цветы только в родниковую воду, а специалисты утверждают, чтобы тюльпаны и розы дольше сохраняли первозданный вид, хранить их нужно в прохладном помещении при температуре плюс 3-плюс 5 градусов. Ведь в тепле бутоны цветов начинают раскрываться. Дочкам я дарю белые розы, то есть, соответственно, супруге красные розы. Тюльпаны очень тоже она любит, мимозы, в принципе, когда как, для разнообразия. Сейчас на рынке цветов в Заполярье полным ходом идет импортозамещение. Ведь возить растения из-за границы стало совсем невыгодно. Очень большие таможенные пошлины. Почему мы пришли к выводу, что нужно выращивать свой товар? Потому что очень дорого и доставка, очень дорого входит сюда цветок. Невозможно, просто очень дорогой цветок, очень дорого таможенные платежи. И нам получается невыгодно торговать импортным цветком. У компании «Мир цветов» по всему городу открыто 12 торговых павильонов. Выбор букетов на любой вкус, цвет и кошелек. В преддверии праздника во всех торговых точках компании будет представлен широкий ассортимент. На Воровского 20А, и на вокзале, и в Волне, и магазин на Карла Липных-то у нас есть, и в Яблочке. Но самый большой ассортимент у нас будет на Баумана 47, потому что у нас здесь оптовый склад и очень большой объем цветов.